Всем здравствуйте! Сегодня я хочу предложить вам связать вот такие красивые пинетки тапочки. Вот как они смотрятся. Вяжутся они очень легко и просто. С техникой вязания таких пинеток тапочек справится любой новичок. По размеру вот данные пинетки, вот по длине подошвы, они получаются на 13 сантиметров. Если вам нужно связать меньше размер или больше, то значит первоначально вам нужно набирать на спице или меньше петель, это для меньшего размера, или больше, если вы хотите связать, чтобы они у вас были именно как тапочки, следочки. Вот так. И сегодня я покажу в этом мастер-классе, как сшивать данные пинетки. И вот, как видите, на пяточке шва абсолютно не видно. Значит, такие пинетки-тапочки не будут натирать ваши ножки или ножки вашего ребенка. Приступим к вязанию вот таких пинеток-тапочек. Для пинеток я буду использовать пряжу в 50 граммах 150 метров и буду вязать спицами номер 2,5 миллиметра. На спице будем набирать 34 петли. Набрали на спице 34 петли. Теперь одну спицу достаем и будем вязать первый ряд. Первую кромочную снимаем и далее все петли будем провязывать лицевыми, так как мы будем вязать платочным вязанием. И так довязываем лицевыми петлями до конца ряда. Все петли у нас лицевые. Довязали так до последней кромочной петли. Вот. И последнюю кромочную петлю мы всегда будем провязывать лицевой. И вот довязали до конца. Разворачиваем вязание. Первую кромочную мы снимаем. И далее снова вяжем лицевыми петлями. Каждый ряд мы провязываем лицевыми. И так довязываем до конца. И довязали до конца ряда, и последнюю кромочную тоже провязываем лицевой. И вот я провязала платочным вязанием 24 ряда по сантиметрам, 14 сантиметров и вот так 5 сантиметров. Теперь мы будем закрывать петли, нам нужно закрыть их 14 штук. Первую кромочную снимаем,
провязываю лицевой, одну петлю закрыли, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14. Теперь на спице у нас должно остаться 19 петель. Пересчитываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 петель. И 20 петелька вот уже провязана. Далее будем вязать мы резинкой. Это уже будем вывязывать мысочек у пинетки. Резинку будем связать, чередуя лицевая, лицевая, изнаночная, изнаночная, то есть по 2 петли. Лицевая, лицевая, изнаночная, изнаночная, лицевая, лицевая, изнаночная, изнаночная, лицевая, лицевая, изнаночная, изнаночная, и в конце вот 2 лицевых провязываем и последнюю кромочную тоже провязываем лицевой. Вот мы провязали с вами первый ряд резинкой. Разворачиваем вязание. Первую кромочную мы снимаем. Далее вяжем изнаночные петли над изнаночными, лицевые над лицевыми. Первые 2 изнаночные петли. Далее 2 лицевые. 2 изнаночные. 2 лицевые. 2 изнаночные, 2 лицевые, снова изнаночная, изнаночная петля, лицевая, лицевая, изнаночная, изнаночная, и кромочную провязываем лицевой. Вот вяжем такой резиночкой. И вот провязали 16 рядов вверх резинкой по сантиметрам 4 сантиметра. Это мы провязали носочек резинкой. Далее нам нужно набрать на спицу 14 петель. Так же самое, вот как мы вначале с вами закрывали 14, теперь их нужно нам набрать на спицу. И вот разворачиваем так наше вязание и набираем 14 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
и 14 петель мы набрали. Развернули вязание и снова будем провязывать лицевыми петлями, то есть платочным вязанием, как мы вязали вот в начале наше полотно. Первую кромочную здесь мы провяжем, будем провязывать ее лицевой петлей. Так. Вот провязали. И далее все петельки тоже провязываем лицевыми петлями. И вот так вяжем лицевыми петлями до конца ряда. И последнюю вот кромочную, как я говорила, тоже провязываем лицевой. И всего на спицах у нас получилось 34 петли. Разворачиваем вязание, первую кромочную снимаем и снова вяжем лицевыми петлями. Провязываем платочной вязкой. И будем провязывать 24 ряда. Так же, как вот мы вязали с вами в начале. Вот что у нас получилось. И здесь мы тоже связали 24 ряда. И теперь будем закрывать петли. Первую петлю снимаем. Провязываем лицевыми. И первую перебрасываем через вторую петлю. И вот так закрываем все петли. И в конце ряда последнюю петлю тоже провязываем лицевой. Первую перебрасываем через вторую. И вот ниточку отрезаем. Сделали. И вот что у нас получилось. Вот так выглядит на данном этапе наша пинетка. И далее будем с вами вязать вот перемычку на мысочек нашей пинетки. Оставляем вот хвостик немного подлиннее, так как нам он потом пригодится. И набираем на спицы 4 петли. Одну спицу достали. И теперь будем вязать чулочным вязанием. Первую петлю кромочную мы снимаем. Провязываем одну петлю лицевой, вторую петлю лицевой и кромочную мы тоже вяжем лицевыми петлями. Разворачиваем вязание. Кромочную снимаем. И в изнаночных рядах провязываем изнаночными петлями. И кромочная, вяжем ее лицевой. Разворачиваем вязание. Это у нас лицевая сторона. С лицевой мы вяжем лицевые петли. А с изнаночной изнаночные. И вот такую деталь мы связали. По сантиметрам
Она получается на 3,5 сантиметра. И теперь берем наши пинетки, положили их лицевой стороной, взяли вот перемычку и ложим там, где мы вязали резинкой. Разворачиваем наизнанку и с изнаночной стороны завязываем. Смотрим так, чтобы по центру лежала перемычка. И вот так завязываем. Эти узел, ниточки можно отрезать. И вот что у нас получилось с лицевой стороны. Пинетки слаживаем лицевой стороной вот так пополам. Берем иголку с ниткой и будем сшивать по пятке, по подошве и вот на носочке. Вот так слаживаем. И как вы видите, вот у нас образовались в ходе вязания вот такие узелочки. И вот за них мы будем захватывать с одной стороны и с другой стороны. И так шов на пинетках будет незаметен. Сразу сверху вот так соединяем. Этот хвостик мы потом спрячем и еще раз закрепляем ниточку. Теперь вот захватываем с одной стороны узелок, и с другой стороны вот тоже такой же узелок и подтягиваем. С одной за узелочки захватываем и с другой стороны. И так сшиваем вот до пяточки. И вот сшили мы до конца. Шва незаметно. Ни с лицевой, ни с изнаночной стороны. Мы сшивали с вами с лицевой стороны. Теперь выворачиваем на изнаночную сторону. И будем сшивать с изнаночной стороны. И вот будем захватывать петельки с одной стороны, вот за крайние петельки, вот такие ребрышки, и с другой стороны, вот петельки я показываю, за какие будем захватывать. Вот с одной стороны и с другой стороны. И так сшиваем по подошве.
И так дошиваем до конца. И вот мы дошили до носочка. И теперь снова будем выворачивать на лицевую сторону. И теперь будем сшивать по лицевой стороне, так как вот мы сшивали с вами по пяточке. Будем захватывать вот за узелочки с одной стороны и со второй стороны. Так продолжаем вот сшивать до перемычки включительно. И вот такие пинетки-тапочки сегодня мы с вами связали. Вот как они красиво смотрятся. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!